Так, ребят, всем доброго дня. Сегодня небольшой ролик. Будет он посвящен сравнению светодиодных ламп. Как я уже писал, раньше я заказывал вот такие вот лампы с AliExpress. Производитель заявлял, что они 9-ваттные. Если мне сейчас не изменяет память, да, по-моему, говорил, что 9 ватт. Но светили они очень специфически. Под этим видео я обязательно оставлю, скажем так, ссылку на освещение этих ламп. Но сделаны, скажем так, неплохо. То есть такой вот цоколь, колба, и видно там светодиоды с прозрачным цоколем. Меня освещение их не устраивало, и поэтому я купил вот такие вот 6-ваттные лампы Gauss. Это тоже Китай, хотя, по-моему, на коробке написано, не написано, да, написано. Давайте вот так вот сейчас я попробую сфокусировать. Да, то есть это не совсем Китай, это Гонконг. Это видно. Гонконг. Вот. К чему я хочу снять этот ролик? Многие пишут, что вот Китай, там все говно, и так далее, и тому подобное. Ребят, Китай, Китаю рознь. Есть фабричный Китай, 6-ваттный, который еще прошел все наши Ростесты. Так, сейчас я поищу на коробочке Ростесты. Да, ну вот. Вообще-то, короче, не Ростест, а европейская сертификация. Вот, CE. Видите? CE. Товар сертифицирован. Ну, ладно. Значит, все-таки Ростест у него есть. Вот, который прошел все, скажем, тесты, Ростесты, Евротесты. И светит именно так, как он, скажем так, как заявил продавец, так эти лампы и светят, вот 6-ваттные. Есть вот такие вот лампы, которые якобы 9 ватт, которые должны светить процентов на 30 сильнее, чем вот эти вот лампы. Вот. Но, соответственно, никаких там Ростестов, Евротестов они не проходили. Это лампы, сделанные в Китае. Сегодня я хочу тупо включить две лампы и просто показать вам, как они светят, каждая из этих ламп. Хочу также отметить, что вот эти лампочки я покупал, вот эти лампы у меня вышли по 200 с небольшим рублей, 210, по-моему, рублей лампы. Эти лампы, если сейчас их покупать, стоят примерно 170 рублей. То есть, если доллары перевести на наши рубли, то есть, вроде бы чуть-чуть дешевле, но, как заверяет производитель, они, конечно, ну, мощнее, там, несоизмеримо. То есть, 9 ватт, это должно очень-очень быть ярко. Но давайте сейчас вот реально включим и посмотрим, как эти лампы светят. Каждая из них. Итак, ребят, ну вот, вкрутил я две наши лампы. С этой стороны, значит, у нас идет лампа Gauss. Опять же, это не реклама. Просто действительно я остановился на этих лампах, потому что, ну, светят и работают они достаточно надежно. То есть, вот 6-ваттная лампа, видно, как она ярко светит. Давайте еще вот так вот посмотрим. Вот такая вот 6-ваттная лампа. И вот рядом, чувствуем разницу, да? Якобы 9-ваттная лампа. Вот так вот она тоже у нас светит. Ну и давайте смотрим здесь. Видно, что мощность процентов на 30 слабее. То есть эта лампа где-то, ну, наверное, ватта 2-3. Ну никак не 6. 9 тем более. Ну и давайте вот так вот сдалека я вам покажу сравнение этих двух ламп.
То есть 6-ваттная и 9-ваттная. Это я к чему, ребят? На Алиэкспрессе, может быть, и есть нормальные лампы, и имеется в виду с заявленными характеристиками. То есть 9 ватт светит на 9, 6 на 6, 3 на 3. Но очень-очень просто много развода. У кого я не спрашивал, все нарывались на какие-то, я не знаю, там, подделки. Вот. И покупка светодиодных ламп на Алиэкспрессе должна быть очень-очень осторожной. Еще раз, 6 ватт, 9 ватт, а светит на, реально на 2, наверное, ватта. Вот, давайте вот так вот издалека вообще, выключу сейчас большой свет. И этот, вот этот. О, даже видно. Извините, там на улице солнечный день, поэтому, наверное, не так видно. Хотя, наверное, видно. То есть, видно, насколько ярче вот этот ореол от этой лампы, чем от этой. Это ты вообще там тускленько и непонятно. У этой же намного сильнее. Когда я сменил все три лампы, поставил гауссы, и опять не подбиваю на эту фирму, можете купить там полно сейчас российских нормальных фирм. Вот. Но просто на Алиэкспрессе надо относиться очень-очень аккуратно. На этом все, ребят, не буду затягивать. Вот такая вот легкая статья получилась. Я вам просто обещал в комментариях кто к моей предыдущей статье снять сравнение свечения этих ламп, что я и делаю. Я думаю, если купить гаусс на 3 ватта, они будут светить даже ярче, чем вот эта вот лампа. На этом все, еще раз читайте наш строительный блог.